Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашего обучения Катеридзе выживать в Майнкрафте. Сегодня мы будем обучать ее, как же выжить в Незермире. Мне кажется, то, что она... Ты садись. А чё ты в куртке? Мы же в этот самый, на Северный полюс поехали. На Северный полюс? Ну, этот мир там. Незермир. Да, Незермир, он же на Северном полюсе, да? Поэтому ты так оделась, да? Ну, короче, да. Мы пойдем сегодня на Северный полюс, а вы, ребятки, ставьте огромные лайкусики прямо сейчас, если хотите продолжение. Мы с Катюхой всегда обещаем то, что... Ну, если 30 тысяч лайков, то сразу же... Если 30 тысяч лайков наберем прямо сейчас на этой серии, сразу же выйдет продолжение. Вот прям мы всегда вам даем свое слово и всегда его сдерживаем. Поэтому ставь лайкусики. Кать, все, можешь снимать. Мы... Незермир — это ад. Мы в ад с тобой сегодня отправимся. Ты заметил то, что я красный? Все красные. Понимаешь, что я просто нагнетаю обстановку сатаны, ада. Обманул меня. В смысле обманул? Я не говорил, что у нас будет Северный полюс. Давай раздевайся. Полностью. Погнали. В общем, Катеридзе, я уже все приготовил. Отправляйся вот туда вперед, левее. Вот, да, давай. Можете топать. Сегодня мы с вами будем создавать телепорт собственными руками в домашних условиях. DIY или как? А зачем ты в лаву прыгнул? Я просто бежала. Ты не видела то, что здесь лава, Кать? И беги туда еще раз. Мы уже с тобой записываем. Это какая серия, ребят? Какая это серия по счету? Напишите в комментариях, потому что мы уже сами не помним. Пятая, шестая или какая? Или до сих пор не знаю. Это просто лава, которую оббежать нужно, Кать. Заходи в сундук, я уже все приготовил. Хотя нет, развернись налево. Подойди к тому блоку. Вот тому. Сломай. Ты его не ломаешь. Сломай. Он же не ломается. Он ломается. Ты мне все. Сломай вот этот тогда блок. Молодец, с него ничего не выпало. Подбери. Поставь его еще раз на землю. Ломай. Еще раз подбери, поставь. Ты... Нет, честно, с него должен выпасть кремень. Поставь. Ломай. Подбери. Поставь. Ломай. Подбери. Поставь. Ломай. Подбери. Поставь. Ломай. Поставь, поставь, ломай. Ой, поставь, ломай. Только в лаву, чтобы он не упал. Дай сюда, Кать, дай сюда. Смотри, не веришь, да? Смотри. Опа, нужно... Вот, и выпал кремень, понимаешь? Хорошо. И что нужно сделать с этим кремнем? Ставишь кремень, ставишь железо и крафтишь. Знаешь, что углерод? Это? Углерод? Углеводород. Углеводород. Нет, это просто зажигалка, какой, мать его, углеводород. Заходи в сундук, бери все эти предметы, они тебе пригодятся. Все, бери, бери, перетаскивай, перетаскивай, перетаскивай. Это тоже перетаскивай, деревушку перетаскивай, бери ведро и ставь в этот четвертый слот. Все. Беги к водичке. Нужно водичку набрать. Не в лаву, не в лаву. Не надо падать в лаву, Кать. Набирай водичку про... Просто правую кнопку нужно будет нажимать. Все, вылезай, 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 вылез, вылез, вылезай, вылезай. Беги к лаве. Только ничего не клацай. Чё ты сказала? Блин, ну смотри. Нажми вот сюда, не в лаву, а возле лавы нажми на блок. Да, правой кнопкой. Все, текай, 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 Катя, в другую сторону, не надо гореть, не надо гореть. Все, молодец, 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 все, стоять, все. Что произошло? Фух, смотри. Что за хрень? Что мы делаем вообще? Мы из лавы сделали обсидиан. Точнее, мы поставили водичку, из лавы превратился, ну, мы сделали, короче, обсидиан. Обсидиан нужен для того, чтобы скрафтить, точнее, чтобы построить портал в ад. И то же самое, главное... Тебе нужно сейчас вот эти все блоки сломать, а их очень много вот нужно. Вот эти все черные? Да. Ломай. Так они, господи, не ломаются, что-нибудь происходит в этой жизни не так. Катя, зачем ты отпустила? В смысле не ломаются, все ломается. Смотри. Вуаля! Не ори! Ну
все, хватит, мы уже с тобой нормально накопали. Да какой последний, Кать? Мы уже 14 накопали через трецку. Мы уже знаешь, сколько времени тут угробили на эти 14 обсидианов? Ты еще и кнопку иногда отпускала. Зачем нам 15-й? Все, пусть будет 15. Я ей говорю, хватит на портал, хватит, Кета. Ну давай еще один, давай еще один. Все, Кать, нужно крафтить, строй, точнее, портал. Бери, строй. 4 блока в ширину. Раз, два, три, четыре. Запрыгивай. Раз, два, три, четыре. 2, 3, 4, и сейчас просто заполню вот это пространство. Так, 6 там же. Давай, давай, раз, да, да, нет, 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 вот снизу ставь, снизу, снизу, вот сюда, да, раз, правой кнопкой. Давай под него, и да, молодец, сейчас бери зажигалку на третьем слоту. Ты как, подожди! Ты куда так? Не терпится в ад попасть, да? Ну, хорошо, тогда отправляйся. Все, стой, стой. Просто запрыгни в портал и жди. Назад нельзя прыгать? Можно, просто запрыгни в портал. Вот, жди. Катя, это ад! Катя, это ад! Какой ура, ты в ад попала! Я в аду! Сатана! Тут обитают очень страшные монстры. Свинозомби. Свинюхи тебя будут атаковать. Мои любимые. И... кричащие дети тебя также будут атаковать. Чё? Дети, понимаешь? Кать, чё? Чё за фигня? Дети! Кать, убегай, 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 убегай! Тебе два на контрол нажми! Катя! Твою мать, Катя! Катя, да чё? Чё произошло? Почему ты стоишь на месте? Я бежала, ты же видел! Ты застряла в блоке, ты просто вот так делала. Тык-тык-тык-тык. Катя, это орущие дети. Это дети? Это дети. Я шучу, они просто орут как дети, поэтому... Смотри, чтобы они тебя не запалили. Они тебя запалили. Катя, отбивай, отбивай, отбивай! Убегай! Катя, отбивай! Молодец. Нужно отбить. Подожди, Опа, только в него нужно попасть. Если ты в него попадешь, ты сможешь его убить. Катя, только ты попадаешь, еще один... Отбивай! Так почему ты мимо, Катя? Катя! Почему ты мимо бьешь? Если эта хрень на тебя летит, почему ты мимо нее бьешь? Еще специально отводит мышку, Катя. Понимаешь, это не борщи на кухне варить, это Майнкрафт, тут нужно выживать. Короче, Катя, тебе нравится в аду? Нет, мне не нравится. Я пойду обратно домой. Как? А ты уже не сможешь просто так выбраться. Тебе, ну, Катя, убегай, убегай, убегай. Не-не-не-не, убегай туда направо. Вот туда. Нет, вот... нет, туда нужно, туда, беги, беги, беги. Я знаю, как выбраться с ада. Я знаю, да. Беги. Вот спрячься вот тут за угол. Ад это всегда как сон. Тебе нужно скрафтить кровать. Поэтому я как бы и взял тебе нужные ингредиенты. Поставь верстак. Заходи в верстак. Твою мать. Твою мать. Да отстань ты от нас, противный! Опа! Оп, ни хрена себе. Все, стой там! Стой там, стой там, стой там! Отбились, Катеридзе, мы от него... Сволочь, сутулая, отстань ты от нас, я Катю учу играть! Ты смотри на этого проклятого. В смысле юморной, если он дотошный? Заколебал. Все, отстань от нас! Убегаем? Убегаем, нужно убегать, потому что нужно скрафтить... Вот, смотри. Дай сюда. Грибочки. Ой, господи, наконец-то. Заходи в верстак, бери доски, ставь доски... Это палки. Бери доски. Доски, Катя, снизу доски! И ставь их посередине горизонтально. Два, три. Вот сейчас бери шерсть. Не курицу, а шерсть. Шерсть белую, ради всего святого, возьми и поставь досками этими проклятыми. Раздели. Раз, два, три. Саву, бери сраную кровать. Бери. Кровать возьми, которую ты скрафтила, Катя, пожалуйста! Ты меня специально бесишь. Мы с тобой играем в эту чертову... Я возьму эту кровать, наконец-то. Мы играем с тобой в чертовый Майнкрафт уже пятую или шестую серию. Ребят, кто не видел предыдущую серию, над нами прямо сейчас есть подсказка. Нажми на нее и посмотри, как я уже Катю на протяжении месяца учу играть в Майнкрафт. Она не знает, как отличить шерсть от досок, Кать. Просто белый квадрат откуда должна была? А ты берешь в руку шерсть. Курицу. Подожди, подожди, не нажимай. Чтобы выбраться из ада, нужно поспать. Просто так, из ада, чтобы из ада выбраться, нужно поспать, по-другому ты никак не сможешь. Вот, поэтому нажимай, спи, и мы спокойно... Кать, нельзя спать в аду. Нельзя.
Почему это я тебя пишу? 39-я серия уже, ты меня постоянно обманываешь, блин. Почему нельзя было выйти через вот эту вот хрень, которую мы заходили? Через портал? Потому что это слишком просто. Это не я. Это ты, я тебя... Нужно учиться на ошибках, для этого я и троллинг-бог, понимаешь? Потому что если я троллить не буду, ты не будешь учиться на своих ошибках. Сейчас ты знаешь то, что нельзя спать в аду, да? Зато можно спать в реальной жизни. Иди в свой домик и поспи, потому что ночь на улице, сейчас тебя какой-то зомбарь за жопу укусит. Забегай и спи. А, спать, конечно, да. А у нас кровати дома нет. Ну, ты взорвал ее мне. Спасибо. Сука. Все, короче, давай заканчивай. Бесишь меня. Бешуй. Ладно, ребят, все, хватит. Да, на самом деле, мне кажется, Кать, не забывай то, что этот цветочек я подарил тебе. Кать, это твой цветочек. Ставьте лайкусик, чтобы Катя не обижалась. Ну, вы все прекрасно понимаете то, что все должны проходить через такой сложный путь. Спать в аду каждый должен попробовать. Катеринза, что нужно делать? Ставить лайк укусы, если хотите продолжение. Кукусы. Если мы прямо сейчас с вами наберем 30 тысяч лайков, мы обещаем то, что сразу же... Выпустим новую серию, поэтому все зависит только от тебя. Не ленись, ставь лайкусик, набираем 30 тысяч прямо сейчас, и завтра же выйдет продолжение обучения... Играть Катю в Майнкрафт. Пипец. 150-я серия, Катя до сих пор не знает, как ставить блоки на землю. Все, короче. Подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.